матче 15-го тура нас ждет очередное минское дерби, второе в этом сезоне. Что бы там ни говорили фанаты «Динамо» или игроки обеих клубов, но все-таки встреча команд с одного города – это в любом случае очень интересный матч и очень напряженный будет, будем надеяться. Но и к тому же мы на фоне 1/8 финала чемпионата мира можем сравнить уровень наших первенства и выступления лучших сборных планет. Две столичные команды, пусть и в тоскливых декорациях, выдали неплохой футбол. Динамовцы добились четкой победы, без излишеств, но со вкусом. Отмечаем прекрасную форму у Дожи и Стасевича, отличные действия Адамовича в нападении в качестве, скорее, ложного форварда. В принципе, Журавель прекрасно все смастерил. Ну а Минск до сих пор не может победить бело-голубых на своем поле. И вовсе в 9 поединках на поле горожан они забили всего-то 3 мяча. Вот такая вот печальная статистика.